Уже в конце уходящего 2016 года Ольга Бузова станет официально незамужней девушкой, а Дмитрий Тарасов тем временем отдыхает на курорте с привлекательной брюнеткой. На своей страничке в Инстаграме теледива опубликовала интересный пост, в котором она в машине подпевает под песню певицы Ханны «Без тебя я не могу». У этой песни весьма недвусмысленный текст. Исполнительница поет о тяжести расставания с возлюбленным, которого она по-прежнему любит. На кого ты променял? После такого поста поклонники Ольги всерьез решили, что супруги все-таки смогут помириться, так как у телезвезды по-прежнему сохранились чувства к супругу. И она, несмотря на то, что на снимках в Инстаграме всячески пытается показать, что у нее все хорошо, все же очень скучает по мужу. Уважаемые зрители, пишите ваше мнение в комментариях под видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!